Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Озон 671 Games. Спасибо, что вы меня смотрите. Всем фанатам респект. Сегодня мы поговорим в этом обзоре о игре Формула 1 2010. Я вам расскажу, чем мне игра понравилась, чем она отличилась, на мой взгляд, чем она, естественно, мне не понравилась, что хотел показать разработчик. И самое главное, сказать, понравится ли вам она. Ну, давайте мы с вами затронем мою тему и поговорим о игре. Я вам все расскажу подробно. Ну, не буду тянуть. Спасибо, что смотрите. Давайте все-таки начнем. Графика в этой игре меня поразила. Да, действительно, на максимальных настройках при X8 сглаживании она не так тормозит и вообще, можно сказать, не тормозит. Даже без руля управлять на клавиатуре мне доставило большое удовольствие, потому что я с рулем не управлял в эту игру. Вот, как бы, погодные условия здесь офигенные, особенно когда дождь идет, это просто класс. Действительно, как в Формуле 1. Графика в этой игре, видите, на данный момент стоит 8 сглаживаний, 1300, но это не мои настройки. У меня стоит 1680 на 1050. Вы также можете играть мультиплеер, временная гонка. Также можете выбирать любую трассу, естественно, либо болид. Мне нравится, вот, например, желтый перед вами был на... Очень классные трассы, прорисованные, да, мелочей. Зрители даже не как FIFA, FIFA 2010, они как-то непонятно там нарисованы, да. А действительно сделано интересно и классно. Вот это вот, что вы сейчас видите, меня, конечно, немножко задевает, потому что очень долго идет. Вот, вступление, как бы перед гонкой нам показывают трассу. Вот, показывают подготовиться к ней. Что-то там мы говорим инженеру, готовимся, и при этом как бы уже потом выезжаем на трассу. Гонка идет вообще идеально, сделано все по качеству, обгоны сделаны офигенные, машина себя чувствует, и самое главное, система повреждений в этой игре меня поразила. Это классно, достойно действительно этой игры, потому что иначе бы я бы очень разочаровался. Но на самом деле я могу сказать, что они молодцы. Разработчики сделали игру, которая мне понравилась, а мне нравятся не все игры, я очень люблю графику. Да, хотя не в графике дело, но для такой игры физика и графика на первом месте должны стоять. Потому что здесь сюжета как такового и нет, сами понимаете. Как бы ездить, надо прийти первым. Вот цель, графика и физика. Физика здесь есть, присутствует. И самое главное, то, что это есть в этой игре. Я сейчас вам покажу повтор. Видите, желтый, это я еду. Лада на ней написано, кстати, все заметили. Это мой повтор, как я играл. Я думаю, всем будет интересно посмотреть. Многие уже видели. Действительно, вот даже управляв этой машиной, все-таки я думал, что там будет очень трудно. Нет, ничего подобного. Но я играл, естественно, на легком. А на легком, сами понимаете, ну, трудно зачем ставить. Надо сначала научиться на легком, потом постепенно переходить в сложные режимы и уже чувствовать себя реально. Видите, как я обгоняю? Здесь достаточно. Опа, ну, в реальности бы там они, машины, естественно, перевернулись бы. Вот, но это все-таки игра, это надо учитывать, и я думаю, это не самое главное. Естественно, есть Шумахер, я играю за Петрова, есть такой Александр Петров, если я не ошибаюсь, который участвует, но он, как там написано, не участвовал ни одной гонке, он тест, только тестирование делал, и все, как говорится. Вот, извините, я волнуюсь, я просто без подготовки, на листочке ничего не пишу в данный момент, говорю только от себя. Вот, но давайте продолжим. Самое главное, что... Как я сказал, обгоны здесь идеальные. Здесь зрители нарисованы отлично, сама трасса, погодные условия. И вот эта атмосфера стоит, которая
тебя напрягает. В любой момент тебя могут обогнать, даже на последнем круге. Это не как мы поняли, Формула 2000, там, 2000, да, там, какая-то 2002. Гран-при, помните, старые игрушки, они, конечно, немного отличались. Там вы, может, идете первый, уже оторвались. А здесь даже на легком вас все равно догоняют, и каждый шаг, каждый неточный шаг, вы можете просто разбиться или не туда свернуть, и я думаю, это будет не первое место в лучшей там десятке гонщиков, да? Вот, очень мне понравилось. Ну, давайте сейчас поговорим о минусах этой игры, извините. Кодмастер сделал эту игру, совершенно отличная игра, и вот человек говорит примерно, что трассы и машины в этой игре действительно пририсованы, делались очень хорошо. Я даже перевел некоторые их слова, вот вы видите, как они делают это все. Это очень классно, это даже работа такая, как можно сказать, не на один день. Молодцы, ребята постарались, и вот когда я смотрел на дисках, покупал игроманию, и как это все они делали, прорисовывали, это очень большой труд, молодцы. Наконец-то, когда у нас научатся делать такие игры, я просто нашим разработчикам сказал, молодцы, вы просто респект, ребят, и уважительно все ко всему относитесь. Вот, игра у них получилась отлично, но как вы не забывайте, я сейчас скажу вам о минусах в этой игре. И давайте все-таки перейдем к минусам. Минусы в этой игре мне не понравилось, когда машины сближаются, они как бы в реальности, если бы это было, да, Формула-1, как вы смотрите, да, они бы просто-напросто развалились и бы исключили бы. При всех повреждениях в игре, да, чтобы отваливался, там можно ставить, чтобы у вас все отваливалось, или просто бились как-то, я не знаю, картон от картон. Вот, и когда они вместе сталкиваются, ничего не происходит, как-то что-то отваливается, но нет такого, знаете, как дёрт переворачивается там при скорости. Я пока этого не видел. Может, наверное, я еще мало поиграл, но на самом деле все равно игра достойна любого геймера, кто любит именно Формулу-1, подчеркиваю, да и вообще гоночные игры, симуляторы, рейсинги. Вот, так что много трудных трасс, особенно Монако знаем. Я поездил, очень такая неудобная трасса, но как бы действительно игра заслуживает мнения. Мое мнение, как бы я могу сказать о ней все, что сейчас как бы сказал, и меня все устраивает. Эту игру нельзя говорить о ней плохо, потому что она мне понравилась. Да, есть какие-то там мелочи, которые мне не понравились, те же стычки машин бок о бок, но ничего не сделаешь, как бы это игра, здесь все-таки разработчики тоже не боги, но игра на 90% из 100, так что я могу сказать вам, что это круто, играйте в эту игру, она замечательная, может она быстро надоест, но советую вам купить лицензию, ребят. С вами был Озон, спасибо за внимание, всем фанатам привет, пишите комментарии, до свидания.